Более 200 тэквондистов со всей страны приехали в Люберцы, чтобы побороться за звание лучшего. В течение 4 дней во Дворце спорта «Триумф» проходили всероссийские соревнования среди студентов. За зрелищными схватками наблюдали мои коллеги. На одной площадке встретились спортсмены из 55 регионов Российской Федерации. Юноши и девушки представляют более 70 вузов страны. Эти студенты обучаются разным профессиям, но у них один общий интерес, и это тэквондо. Я являюсь победителем всероссийских и международных турниров. Я заняла 6-е место на чемпионате России по тэквондо среди взрослых, а призерка международных турниров. Тэквондо – зрелищный вид спорта, в нем нужно думать. Там нужна не только спортивная подготовка, но и работа головой. Соревнования проходят по 2 дисциплинам – кируги и пхумсе. В каждой весовой категории выступают более 20 спортсменов. Победа в чемпионате важна для каждого из них. Это отборочный этап международного фестиваля университетского спорта, где примут участие команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Будет очень большой крупный фестиваль для всех олимпийских видов спорта. 14 видов спорта будут представлены. И очень много зарубежных гостей, которые приедут на этот турнир. Те кандидаты, которые сегодня там займут 1-е и 2-е места, у них будет потенциальная возможность победить на этой универсиаде. От Люберец принимают участие 2 спортсменки. Значит, одна из них представляет Российский государственный университет физической культуры и спорта, РГУФК. Вторая представляет университет управления ТИСБИ, Татарский институт. В городском округе Люберцы олимпийским тэквондо занимаются более 500 детей. Тренировки проходят на базе образовательных учреждений. В этом году открыли специальную секцию для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ее уже посещают 30 человек. Луиза Егиасарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.